Hi everyone and welcome to Rina's English Channel. В этом видео мы с вами поговорим об одном из четырех настоящих времен в английском языке. Это Present Progressive, или его иногда еще называют Present Continuous. И так правильно. Что это за время? Когда мы употребляем это время для того, чтобы указать какое-то действие, которое происходит в настоящий момент, в момент речи, мы употребляем это время. Оно может употребляться либо с такими словами, как now, сейчас, at this time, сейчас, в это время, или просто благодаря тому, что мы видим, как употребляется это предложение, в форме его, мы понимаем, что действие происходит сейчас, даже без этих слов. Совсем не обязательно употреблять эти слова now, at this very moment, at this time. Значит, мы его употребляем тогда, первый случай употребления, когда мы хотим указать, что действие происходит в настоящий момент, момент речи. Как образуется это время? Это время образуется при помощи глагола to be в настоящем времени. Формы этого глагола to be в настоящем времени – это am, is, are. Плюс инговая форма глагола. То есть инговая форма глагола – это когда к основе глагола мы прибавляем окончание ing. Теперь давайте проспрягаем. Давайте проспрягаем этот какой-нибудь глагол. Например, глагол to dance. I'm dancing. Я танцую. Имеется в виду, сейчас я танцую. Вообще-то я не танцую, но именно сейчас я танцую. You are writing a letter. Ты пишешь письмо. Вот сейчас, момент речи. He is driving a car. Он водит машину сейчас. Когда мы с вами разговариваем, он ведет машину. She is painting a ceiling. Она красит потолок. We are writing a dictation. Мы пишем диктант. They are writing a report. Они пишут какой-то доклад. А теперь давайте проспрягаем то же самое, только в отрицательной форме. Как это будет выглядеть? Мы прибавляем просто отрицательную частицу not после глагола to be в соответствующем времени, лице и числе. То есть, I'm not dancing, I'm not flying to Moscow, you are not writing a letter, he is not running, she is not dancing, we are not taking a test, мы не сдаем тест, they are not answering a question, они не отвечают на какой-то вопрос. А теперь general questions, то есть общие вопросы. Yes, no questions. Это вопросы, которые требуют ответа да или нет. Are you writing a letter? Ты пишешь письмо сейчас? No, I am not. Нет. Or yes, I am. Да. Is he dancing? Он танцует сейчас? Yes, he is. Да. No, he isn't. Нет. Are they flying to Paris? Они летят в Париж? Сейчас. No, they aren't. Нет. Yes, they are. Да. А теперь давайте WH questions. Зададим вопросы. Итак. WH questions – это специальные вопросы, которые начинаются с буквы W и H. WH. То есть who, when, where и еще how many. Who is writing a letter? Кто сейчас пишет письмо? John is. John. Where is he writing a letter? Где он пишет сейчас письмо?
At home. Дома. When is he writing a letter? Когда он будет писать письмо? Tomorrow. Завтра. How many letters is he writing? Сколько писем он сейчас пишет? Several. Несколько. Далее, в конце этого видео, вы увидите список глаголов, с которыми, которые не употребляются в present progressive, present continuous, что одно и то же. Что это за глаголы? Это глаголы чувства и восприятия. И это глаголы состояния. Весь этот список вы увидите в конце этого видео. С этими глаголами время present progressive не употребляется. Есть еще один случай употребления present progressive. Давайте посмотрим, что это за случай. Это случай для того, чтобы выразить действие, какое-то действие или событие в будущем. Например, for example, we are meeting tomorrow. Завтра мы встречаемся. He's flying to Paris in a month. Через месяц он едет в Париж, летит в Париж. We are taking a test in a month. Мы будем сдавать тест через месяц. И так далее.